ты оружие-то опусти, мужик. А чего я как-то слышал? Посадил сталкер псевдорепку. Выросла псевдорепка большая-пребольшая. Взял сталкер гранатомет и пошел ее добывать. И все бы у него наверняка получилось. Если бы псевдожучки и псевдомышки не набежали. Ты даешь! Да надо мое. Пацан, ты чё, перестремался? Ну чё ты морозишься? Подходи давай! А ну постой тут, братишка! Только так, чтоб я твои грабли видел! Молодца, и не дёргайся! Все, проходи, не задерживайся.
сталкер, я отлучусь на какое-то время. Займись пока кейсом. Появлюсь, маякну.
Сейчас бы водяры, да под закусь душевную. Thank you.
Послушайте, мужики. Эх, и здорово, что у тебя выходит, а? Вот и ладушки, вот и хорошо. Внимание, анекдот. Как-то один мажор присытился своей халявной жизнью, ну и захотелось ему экстрима. Жрать затарился он, значит, самым навороченным клиентом. Волыну наикрутейшую навешал на нее все, что только можно. Гайки вообще у ювелира заказал, платиновые. В общем, оставался по полной. Вновь проехал через блокпост, часового на ходу пачку баксов кинул. Едет, значит, по зоне, Хеннесси из горла хлещет, колонки какую-то попсу шпарят. В общем, как обычно, чувствует себя хозяином жизни. А тут вдруг, опа, хриплый голос в мозгу. Слышь, пацан, закурить есть? Да класс! Ушел на покой старый сталкер, сидит себе у камина с ручной собачкой и читает.
Ты чё забыл здесь, сталкерок? Всё, чеши давай. Значит так. Идут три. Ну чё, где там пятый? Сказал, скоро придет. Я уже договорился, пока подождем. Бандюков завалил. А второй. Не, братан, я сто пудов круче, я десятерых замочу. А третий. Да ну вы лохи конкретные, я их сотню положил. Ну где тебя носит, мля? Слышишь, смотрят, идет пацанчик такой усталый, в кожанке такой потертой, что-то она. Тихо! На цирлах.
Вряд ли это полтергейст. Надо бы для начала тут все осмотреть. Масол, иди посмотри жмура. Надо понять, как их замочили всех. Только аккуратнее. Стрёмно. Да не ссы ты, двигай дальше! Вроде тихо. Давайте за ним, пацаны. Ему, походу, шею свернули. Огнестрела я не вижу. А, тварь, вон она, в углу! Сейчас я тебя, гнида! Чё ты гонишь? Нет там никого, убери волыну! Да там она, мля, буду! Ладно, будьте аккуратней. Осмотрим каждый угол. Если кто-то из мутантов здесь и обитает, надо его завалить. Осмотрим остальных жмуров. Что же это за мистика такая? Давайте по одному. Тут не развернуться, блин. Мля, зачем мы вообще сюда сунулись? Подтягивайтесь. Господи, Толян! Сука, что ж так зубы сводит? Эй! Шт! Иди посмотри дальнего жмура, тебе ближе! Осторожно! Твою ж мать! Огонь! Огонь! Ha ha!
Давайте наружу. Там уже и поговорим. Ну ни хера себе тут зверьё, сука! Но нас так просто не возьмёшь! Блин, вот же суки! Балабонь быстрее, чё надо?
Еще раз такими наездами здесь появишься, башку тебя расшибу, фрай. Можешь проваливать. Взять и послать эту зону к такой-то матери. Загнешься тут ни за кого.
Ну, здорово. Ну ты это, заходи, если чё. Сделать охота. Thank you.
Приветос, амигос. Не пропадешь? Свидимся. Протел, подойди-ка, у меня деловое предложение. Слышь, брателло, подойди-ка, у меня деловое предложение. Все, музыкальная пауза.
Эх, и здорово, что у тебя выходит, а? Эх, не тот уже хабар пошел. Не тот. Неужто завязал? И что же оно за выжигатель такой, а? Правду о нем говорят или брешут? Новичков нынче как собак нерезанных. И все они лучше стариков знают. А вот анекдот. Как-то раз сидим мы с мужиками в засаде. К вечеру ветер поднялся, посвистывает, завывает, холодно, трясемся все, а пустой живот бурчит, что твоя теща. И тут ты меня за плечо осторожненько так трогает. Я оборачиваюсь, а там кровосос. Ну да я не растерялся, как заору, как прыгну на него, и давай ему глаза заматывать. Спрашиваете, чем кровососу глаза замазать можно? Как увидите кровососа в двух шагах, узнаете чем. Само найдется. Траты, блин, сплошные. А дома-то как было? Придешь вечером, а баба домашнего на стол горячего. Эх, кусок бы мяса такой здоровый, чтоб прям свертело. Скворчащий, сочный. Внимание, анекдот! Появился, значит, в зоне черный сталкер. В лагерь ее ночью повелялся приходить, и там...